Так, ну, кажется, вот это наш отель. По-моему, это он. Папа, а ты уверен? Тут все какое-то жуткое. Ты видел это, папа? Там что-то было. Что? Мне кажется, тебе показалось. Что я должен увидеть? Я не знаю, что тебя смущает, но Google показывает, что это наш отель. Адрес наш. Ну, с виду немножко старенький отель. Ну что теперь? Номер должен быть хороший. Пойдем заселяться. Пошли. Пойдем. Подожди, а ты уверена, что это наш отель? Папа, почему у тебя нет глаз? А где мои глаза? Стой. Сделай ближе себя. Подожди, тут какие-то звуки. Я вообще не понял, мы в наш отель пришли или нет? Вроде нас. 212-я комната. Пойдем зайдем? Лео, обыкновенная комната. Ничего нету. Кровать. Можно посидеть. Можно полежать. Это что? Непонятно, стульчик. Можно тоже посидеть. Господи, что с моим лицом? Что не так-то? Подожди, давай разберемся. Я чуть не могу понять. Мне это начинает не нравиться. Окей, Google, мы находимся правильно по этому адресу? Боюсь, что ничего не могу вам посоветовать по этому поводу. Ладно, пойдем, продолжим. Окей. Бабочки. Так, давай на всякий случай включим фонарик. Что здесь? Фонарик. Зеркало. Я появился в зеркале. Ну там мое лицо. А здесь его нету. Мое лицо отобрало зеркало. Что происходит, а? Унитаз. Этого я не ждал. Эй, зеркало, верни мое лицо. Боженьки, ты мой. Так, а что за этими шторками? Тихо. Да ничего же, просто водичка. Я приму душ, приму ванну. Ладно, друзья. Блин, мои. Блин, Павля, вышли дальше. Я побоюсь. Подождите, друзья, мы не ждали этого. Я не знал, что мы в этот отель зайдем. Так, ладно, все, короче, выключаем, идем отсюда. Все, друзья, простите, все, пока. Мы не будем заселяться в этот отель. Все, уходим. Так, пошли. Алло, служба такси. Мы находимся на вот этом адресе. Вы могли бы приехать нас забрать? Там какой-то странный таксист. Ладно, идем дальше. Может быть, это наша комната? Пойдем сюда зайдем. Что здесь? Ну, тоже обычная комната. Хотя... Ой. А что здесь? Стул поломан. А? О май гуднес, ты кто, приятель? А что это такое? Какое-то письмо! Я не знаю, что здесь написано, тут надо переводить, друзья. Тут вообще непонятно, что это. Так, друзья, это игра. Это все не по-настоящему. Выдохли и вдохнули. Да просто это все жестковато, а так у нас все вот нормально. Да, все. Вот. У нас все комната нормальная. Хотя, подожди. Что за паутина вот там? А я не видел. О, мой гиднес. Ладно, идем дальше, Иван. Давай зайдем в ванную. Господи, боже ты мой. Help. Что это за ужас? А тут зеркало разбито, я тут не появляюсь? Что это там? Подожди, бежим отсюда! Это кто там был в зеркале? А? Я не видела ничего. Ты ничего не видела? Нет. Привет, девочка. Мы вышли со второй комнаты, да, вот с этой комнаты. Мы сюда больше не будем заходить, потому что там в ванне какие-то... Марио! Мелькает. Вот, я не знаю, что там за штука. Эй, штука! О! Ой, тетенька, ты меня напугала, я ж не знал, что ты отсюда выйдешь. Что ты там делаешь? Ты видела тут возле зеркала кого-то? Эй! Пап, не показывай мне. Эй! Что-то сейчас никого нету. Ладно. Господи, что со стулом? Он шевелится. Шевелящий стул. Папа, вышли уже. Пойдем отсюда. Тут кто-то есть. Тут какие-то призраки. Папа, тетя Мотя. А интересно, будет ли тут тетя Мотя? Так, а куда нам зайти надо? Ой. Ой, тетя Мотя. Ой, а что тут такое, друзья? Тут кровать кверх ногами. Что творится? Господи, тетя как мне лечь Мотя. Туда? Ладно, пойдем тетя сюда. Мотя. Ванна наверху? Опять бумага. Что тут за письма пишут они? Не могу понять в этом отеле.
Эй, тетя Мотя, мы тебя не боимся. Кто там в четвертой комнате? Ну, такая интересная комната. Прикольно. Слушайте, так это комната какого-то игрока? Кто здесь проживал? Здесь какая-то рок-звезда жила, по-моему. Посмотрите, гитары, посмотрите. Чья это комната вообще? Ну ладно, это комната какого-то музыканта, походу, да? У него туда не света музыка есть. Прикольно. Ой, здрасте, а вы кто? Это, наверное, рок-звезда. А что с тобой случилось, приятель? Рок-звезда, а ты любитель попугать-то нас? Что это было на все лицо? Белёк, чернок какой-то вылезли. Эй, хорош купаться. Это он отобрал моё лицо? Ладно, проваливаем с этой комнатки, но тут неинтересно. Идем дальше. Что такое? Эй, все в порядке? Что? Это камушек. Камушек. Ходячий камушек, что ли? Друзья, это ж что это было вообще? Это какая комната? Подожди. Камушек. Этот камушек вышел сюда. Камушек идет за мной. Движущийся камушек. Камушек упал. Камень. Вставай, камень. Господи. Господи, это что это? Это... Еще один камушек, что ли? Да, это камушек раскрашенный. Мамочки, пойдем. Зеленый камень! Ну-ка, уйди отсюда, приятель. Давай пойдем сюда. О, давай вот сюда зайдем. Ой, так мне кажется. Нет, давай отсюда выйдем. Да, давай отсюда выйдем. Ой, а вот это что за комната? Что? Мама. Нет, давай сюда. Подожди, исчезли двери, Милан. Прозрачные двери? Камушек ползет за нами. Так, подожди, смотри, тут так нету дверей. Захожу, а там камушек. Тихо. Записка. Да вышли уже. Пойдем, так, а куда пойдем? А что за стул крутится? Пульт. Возьмем в руки. Я хочу выбраться с этого отеля. Откройте дверь, пожалуйста. Это не наш отель, убираемся отсюда. Так, ладно. А где камушек? Мы с тобой не во все комнаты зашли. Вот камушек, привет. Опять эта штука движется за мной. Да господи, уйди отсюда. Так, бежим, Милан, бежим вот сюда, давай. Ой. Мама. Ты боишься, а я нет. Милан, это комната Слендера, что ли? Посмотри, тут его плакат. Как вы думаете, зайти туда или нет? Не, не надо. Не надо? Нет. А давайте сделаем вот так. Эй, hello. Есть кто-нибудь? Вот он стоит, смотри! Вот он, черно-белый, бежим отсюда! Он реально там стоит. Hello. Есть кто-нибудь? Вон он стоит, смотри! Вот он, черно-белый, бежим отсюда! Он реально там стоял, за ванной, представь? Он просто стоял, не двигался. Вон он, видишь? Так, ладно, все, он стоит, он просто стоит. Я понял, все, я бегу от него. Черночек. Ой, ну ладно, я вышел из двери, а где я оказался? Это не открыли, Милаш. Милаша, помоги мне выбраться. Милана, за мной идет Слендер. Вон он идет. Я прошу тебя, скажи мне, куда идти надо. Да мне страшно, куда идти? Вот сюда. Нет? Что это? Открывайте двери. Да, ты здесь? Я пошутил, Слендер, я не тебе знал. Здорово. Мне нравится игра эта. Милана, тут еще человек-камень идет сюда. Сюда побежать. Что это такое? Черепашка? Да господи, что творится? Юрик! Зачем мне черепашка в ручках? Это Юрик. Машина. Пожарь черепашку. Ешь ее, я голодный. Ладно, а где?
Реально? Садимся. Милана, утекаем отсюда. Это старая машина. Какая-то старая, но она же зато есть. Друзья, мы взяли машину. Что такое? Из-за того, что это штука, привидение какое-то. Может быть, нам надо теперь Слендера задавить? Где он? Да ладно, ешьте меня! Все, не знаю, куда бежать! Камушек. Камушек. Ну что, встал? Но. Человек камень. Давай с тобой обнимемся! Человек камень, давай дружить! Вместе жить и не тужить! Хорош меня обнимать уже за голову! Человек камень! А он не такой-то добрый! Это человек камень! Ой, вон там что-то появилось черное. Так, бежим отсюда, мамочки. Давай дальше, вот дальше, дальше. Там что-то опять появилось, тут что-то появилось. Тут что за доска, вот здесь что? Отель покосился, отель падает. Мама, мамочки, в какую дверь мне идти, мамуля? Я что, на корабле, солнце, болтай. Что такое? Мы плывем. Может быть, сюда зайти надо? Нет. Здравствуй, дядя. Господи, доски вместе со мной сыпятся. Что такое? Леди, леди. Может сюда? Может тут творится? Я не могу понять никуда. Ой. Ой-ой, что это? Hello? Ты только что здесь был? Приятель, ты кто? Ой. Зомби! Он да меня съел! Да это же просто человечек игрушечный. Ну да, но он меня съел. Ой, друзья, я не знаю, как выбраться с этого отеля. Все, я делаю последнюю попытку. Если нам не удастся, то все, мамочки. Папа, нет, давай еще поиграем, мне нравится. Ну тебе нравится, но я не знаю, как выбраться отсюда, понимаешь? Здесь руки зомби. Так, давай попробуем. Вот в эту комнату мы заходили? Нет, да. Нет, я здесь не был. Это что? Следующая станция метро, а страшный отель. Что такое? Проехал! Ты видела? Посмотри! Поезд прям в отеле едет! Как там его обойти? Нам надо туда перейти. Сейчас, бежим. Да, не успели. Короче. Обнимашки с поездом. Один фонарик остался. Пап, давай уже играть. Друзья мои, есть еще вторая часть! Как сбежать с этого отеля? Там новая версия. Если вам вдруг она понравилась, пишите в комментариях. Мы с Миланой сыграем тут в нее. Наверху интересненько. Но мы еще даже здесь в первой части все комнаты не обошли с тобой. Да. Ну тут страшновато, я вам хочу сказать. Давай еще поиграем. Нет, все. Хоть меня и пойдем, затащили. Найдем выход с этого отеля. А, ты беги туда, я посмотрю, что там. Встретимся, я тебе позвоню. Давай, удачи, пока! Папа!